Здорово, мой земноводный друг. Здорово, игрушечка моя, одной мух. Чё, как дела? Да нормально. Вот вчера через дамбу за дисками ходил и в трещину провалился. Чё, в асфальте, что ли? Нет, во льду. Вот, кусочек на память взял. Будешь? Дай погрызу. Но только сначала расскажу о своих игрушках. Наконец случилось то, чего все любители реал-тайм стратегии давно ждали. А именно StarCraft Brood War продолжает сагу о галактических войнах, в которых Берг, Протосс и Тиран борются за выживание. Император Тирана, Манкс I, достигший полного контроля над человеческими колониями, должен теперь обратить внимание на быстро набирающую силы женщину, которую он предал, Керриган, королеву зергов, дурная слава которой известна всем. Три новых кампании продолжают сюжет игры StarCraft. У всех трех раз появилось новое оружие. Например, у тиранов появились новые самолеты, которые очень хорошо справляются с летающими юнитами. Медик, с которым играть стало гораздо круче. У зергов появились новые мутации гидролистов и многое-многое другое. Появились новые миры и прекрасные видеозаставки. И к тому же есть 100 новых карт для сетевой игры. Джин, это просто гипермозгодробильная игрушка. Да, а ты как думал? У меня после нее даже нога заболела. Да? Что, сильно болит? Конечно, а ты что думаешь? Это кариес, однозначно. От него вам поможет следующая игрушка, которая называется Street Borders. Игра представлена неизвестной азиатской фирмой, судя по иероглифам в начале заставки. Но несмотря на них, она смотрится довольно неплохо. А выпущена она в 98 году и представляет собой смесь прогрессивной музыки и экстремальных видов спорта, таких как, например, скейты и ролики. В игре несколько интересных персонажей, из которых вы можете выбрать себе по вкусу. Рыжего кекса, маленького рэпера или тёлку по своему усмотрению. У всех у них неограниченные возможности прыжков и полетов, а также различные стили трюков и примочек. По ходу игры вы встретитесь с невероятными объемными картинами графики, которым позавидует даже сам известный Давуду Крю. Еще вы можете удовлетворить свои запросы и потребности в ваших средствах передвижения, выбрать цвет, покрытие и тому подобное. В игре еще есть несколько скрытых персонажей, которых вы заимеете после прохождения всех уровней каждым из участников. О, Муха, дай-ка эту игру и шлем поносить. Какой шлем, Джин, ты что, тронулся? Ой, Муха, извини. Давай лучше делать вещи, то есть рассказывать об играх. Давай. Всем любителям игры Tomb Raider, русская версия игры Асган, по мотивам произведений Толкина. В игре вы попадаете в средневековые 3D-фэнтези окружения, в роли главного героя Асгана, и направляетесь сквозь множество ловушек, препятствий и смертельных схваток с 60 различными врагами, идти за смерть отца. Игра полностью похожа на Tomb Raider, даже меню такое же. Графика в игре неплохая, также как и музыка. Правда, управление слишком замудренное. Например, некоторые действия приходится делать нажатием одновременно двух-трех клавиш. В общем, неплохая игрушка с хорошим сюжетом. Муха, смотри, у меня на льду паразиты образовались. Я не знаю, что с ними делать. Чтобы бороться с паразитами, я, наверное, расскажу о следующей игрушке, которая называется «Ева-паразит». Это новая RPG-ролевая игра киношного типа, созданная легендарной компанией Square, которая уже порадовала нас такими хитами, как Final Fantasy Tactics и другими играми этой серии. В общем, настроение Parasite Eve напоминает Biohazard Resident Evil. Короче, это история одной женщины-копа, работающей в Нью-Йорке. Ее зовут Айя Тракторина. И она с детства мечтала работать в колхозе. Особенно после загадочной смерти и трупного окоченения ее органов. Разумеется, о полной истории игры вы узнаете, если будете в нее играть. Я же попытаюсь рассказать о технических разработках. В игре огромное количество детально пропаренных персонажей и оригинальных сюжетных ходов. Глобальное впечатление производит прекрасная графика и музыка, а отдельно следует заострить внимание на крутейших видеозаставках. В общем, фирма Square отлично поработала, предоставив к нашему вниманию безусловный хит. Этот хит окажется у вас, если вы ответите на вопрос, как зовут человека, которого разорвет собака на части в игре Parasite Eve. Присылайте свои правильные ответы к нам, я буду с нетерпением ждать. Ну а пока Джим занят своим любимым делом, я попрощаюсь за нас двоих. Пока, увидимся. Новая реальность.